10 случаев энтеровирусной инфекции зарегистрировано в Татарстане, 7 случаев в Казани, 1 в Арском, Мамадышском и Тукаевском районах республики. Заболевшие в основном дети, они в больницах. Этот вирус не схож с менингитом, который вспыхнул во многих регионах страны. Наибольшее количество случаев заболевания ЭВИ связано с купанием в открытых водоемах. Роспотребнадзор следит за ситуацией. Мы проводим слежение за циркуляцией энтеровирусов на объектах окружающей среды. Это, конечно, сточные воды. И в связи с по-эпидпоказаниям проводим обследование и открытых водоемов, место рекреационного купания, то есть рекреационного пользования. Усилен, естественно, у нас надзор за детскими дошкольными учреждениями, особенно за летними оздоровительными учреждениями, то есть лагерями, за лечебно-профилактическими организациями, за коммунальными объектами.